Завернуто капитально. Вот такой магнитик. Написано, что выдерживает 5 килограмм. Вот магнитик. Вообще крошечный магнитик. Вот если сравнить его со спичечным коробочком, вот он вот такой. О. Можно сказать, мили-мили. Даже не знаю, с чем его и сравнить-то. Вот с жвачкой его сравню, с Дирол. Вот такой маленький магнитик. Вот сейчас посмотрим, крепится он на винтике. Там закручен винтик под отверочку. Сейчас открутим его. Вот и состоит вот из такой штучки, и сам магнитик с винтиком, он вкручивается. Так, вот весит магнитик. Сейчас взвесим его. 9,75. Ну, почти. Вот нашел вот такую железячку 400-граммовую. Сейчас попробуем поднять магнитиком. Вот магнитик. Сейчас ниточку продену. Вот поднимаем, смотрим. В принципе, поднимает ее вообще без проблем, даже не дергается. 400 грамм. Сейчас соберусь подручных средств, чего есть. Скручу несколько молотков. Посмотрим, поднимет, нет. Если вот так брать, вот так, то 2380 она не берет под углом, не берет, она не поднимает. А если брать вот так, поставить его, если поставить вот так стоя, то под 90 градусов вот он поднимает ее. 2380. Пробовал я, больше 3 килограмм он не поднимает магнитик. Или надо идеально ровная поверхность, зеркальная, и чтобы был центр тяжести посредине, тогда может что-то и подымет. Вот такой мой вывод.